Мы закрыли большинство долгов, и это большой плюс. Сегодня выпал первый снег. Отлично, очень рад. Собаку заводим. Вот, второй ребенок. Бивера. Да, я в шерстку беленькую. Как раз к Новому году. Мы готовимся к студенческому дебюту, который будет 11 ноября. Мы будем выступать, показывать номера. Я научилась решать задачи по статистике. Ну, там нужно уметь считать, а у меня с этим всегда были проблемы. Блинчики приготовила сама. А раньше не получалось? Нет, раньше не готовила. Вы еще сырники попробуйте, у меня до сих пор не получается. Хорошо, попробую. Прибавилась пенсия. Зарплату дали. Ну, в общем-то, хорошая.